Вагнер, планы изменились. Но я еще не изучила дыхательный цикл водорослей. Тогда поторопитесь, времени мало. Крылов считает их опасными и может уничтожить образцы. Командор Вагнер? Что это? Это наш новый маршрут на завтра. В северном полушарии заметили сгусток тумана. Никто не знает, что это. Земля дала окончательное добро. Готовы, ребята? Готовы. Веста-2, это Рубикон. Дженсен, что у вас случилось? Мэйдэй, мэйдэй! Капсула самопроизвольно нагревается! Мы сгорим здесь! Доктор Крылов, нам нужно поговорить о водорослях. Дыхательный симбиоз работает или нет? На Земле все погибли. Это частицы в воздухе. Этот туман токсичен. Сколько у нас времени? Убирайтесь! Командор Вагнер вызывает Землю. Слышит меня кто-нибудь? Ты хочешь тут состариться и больше не увидеть Землю? Что это за жизнь? Жизнь хотя бы. В бункере под штаб-квартирой Найбры прячутся выжившие. Если вы это слышите, пожалуйста, отзовитесь. Нам нужно передать ваши водоросли им в помощь. Это наша моральная ответственность. Моя единственная моральная ответственность – спасти твою и ее жизнь, и все. Вдруг это последние люди на всей планете? Это важнее нашей жизни. Только не говорите, что мы теряем их. Только попробуй их тронуть. Гевин, нам нужен ваш углекислый газ. Гевин, стой! Она взорвется в любую секунду! Не зазорно пытаться спасти свою собственную жизнь, Анна. Рубикон.